Также прокомментировать ситуацию в зоне ответственности. Это уже другой регион. В зоне ответственности российского миротворческого контингента, который сейчас приковано повышенное внимание, вступил ряд вопросов на этот счет от азербайджанских, армянских средств массовой информации. Мы обеспокоены блокировкой Лачинского коридора. Она вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений. Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над деэскалацией обстановки. Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время. Также я хотел бы подчеркнуть, что Лачинский коридор обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией, находится под контролем российского миротворческого контингента. И при подписании заявления лидеров России и Азербайджана, и Армении от 9 ноября 2020 года стороны взяли на себя соответствующие обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться. Неприемлемо создавать проблемы для жизнедеятельности гражданского населения. И отдельно мы вынуждены прокомментировать голословные обвинения и провокационные действия в отношении российских миротворцев. Откуда бы они ни исходили, мы считаем их недопустимыми и контрпродуктивными. Российский миротворческий контингент эффективно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе.